Хелло! Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это новый день. Новая реакция на потерянные эпизоды. И не просто на потерянные эпизоды, а на потерянные эпизоды Лунтика! Первый потерянный эпизод. Суицид Лунтика. Офсайдер. Давайте-ка заценим. Всем привет, с вами Уса. Это не офсайдер! Во-первых! Во-вторых, что ты делаешь на канале офсайдера? И во-третьих, почему у тебя так много просмотров? Это не офсайдер! Если я вам покажу потерянный эпизод Лунтика под названием «Суицид Лунтика». Не надо нам ничего показывать! Верни нам офсайдера! Я хочу увидеть своего любимого офсайдера! Это я видео нашел на просторах этого. Давайте не будем делать по... Почему ты разговариваешь, как будто у тебя член в жопе? Гусеницы кинули в окно камень и попали прямо в... Грёбаные гусеницы! Зачем же они кидают туда камень? Разбили окно, теперь еще платить придется, дебилы! Зачем? Были помехи... У меня аж наушник вылетел. Ты клон офсайдера! Зачем ты так меня пугаешь? Ты чё, вообще тю-тю? Зашёл на чужой канал, снял реакцию, и теперь еще меня пугает? Я тебя найду. О, как я тебя найду? Я не знаю, что я тебе сделаю. Люстры побежали с ней на улицу. Лунтик пошёл за ними, но... Лунтик, зачем же ты за ними бежал? Глупенький ты мальчик. Ты же знал, что они проворные. Они тебя могут просто на изи закопать в землю. Ничего не вышло, и гусеницы столкнули его прямо в воду. И он чуть утонул, но все было успешно. Что? Что у него было? Успешно? Тебе что, уже жопу высунули, члены засунули в рот? Верни офсайдера. Что ты с ним сделал? Где он? Я хочу офсайдера, верни его. Лунтик приходит к Гузе и рассказал о том, что все произошло. Гузик сказал ему, чтобы он не обращал это внимание. Ты че, дебил? Офсайдер бы знал, что говорить, а ты не знаешь. Как на это не обращать внимания? Они его в воду кинули холодную с мочой. Он позвал деду Шеру и бабу Каку на помощь. Они когда открыли дверь, увидели Лунтика, который повесился. Это... Ох ты ж, ёп! Он реально висит. Это реальные кадры, это уже комната Лунтика, смотрите. Боже мой. Вот это повороты. Я просто в шоке. Я в таком деревенском шоке. Это был суицид. Смерть Лунтика. Ну что, давайте... Наберем 5 лайков и... Это так ужасно, Лунтик повесился! Как мне после этого жить? А, сердце! Ага! Нет, я должен еще посмотреть потерянные эпизоды! Потерянный эпизод Лунтика! Месть Лунтика! Всем привет, с вами Макс Вряноч, и сегодня я вам расскажу... Теперь у меня новый любимчик! Этот эпизод назывался «Месть Лунтика». Месть Лунтика! Он уже будет мститься, понимаете? Он восстал из мертвых. Мы только что смотрели того, кто украл канал офсайдера. Он сделал смерть Лунтика, а Макс Воронович сделал месть Лунтика! Лунтик восстал из мертвых! И тут к ним присоединились гусеницы, но они присоединились не в самом хорошем настроении. Так зачем их было брать, если они злые? Зачем? Лунтик, чем ты думал? Жопой, скорее всего. Зачем же ты берешь гусениц? Ты же знаешь, что они сейчас будут с тебя издеваться. Из-за этого очень зол. И он начал придумывать план, как же отомстить гусеницам. Ну ты, Лунтик, и коварный, конечно, придумал план, чтобы отомстить гусеницам. Я был о тебе лучшего мнения. Я, конечно, очень удивлен, очень. Постучался к ним в дверь, они ему открыли. И он им подарил варенье. Гусеница очень любит. Вы понимаете? Варенье это либо менструха, либо с ядом. От этого они умерли, так как это был яд. Я просто этого не понимаю. Почему они все умирают? Пусть он восстановит гусениц. Я хочу еще увидеть гусениц. Я только ради них смотрел, это мои любимчики. Гусеницы. Знаете, что я только что придумал? Конечно, жестко попался. Это третий потерянный эпизод, который сегодня мы будем смотреть. Всем привет, с вами Макс Франович. Опять он? Это уже вторая серия. Первая серия. Здесь гусеницы должны жить, да! Он все-таки послушал мои молитвы, он сделал это! Гусеницы здесь будут живы! Это вторая серия. Не тяни, говори же, гусеницы живые! Те, кто смотрели первую часть, те знают, что на протяжении 3 дней я буду делать... видео об этих 3 потерянных эпизодах. Да мне все равно, просто скажи, гусеницы живые, Лунтик сдох. Если вы еще не смотрели первую часть, то посмотрите. На... Почему ты говоришь так, как будто ты срешь? Быстро и скажи нормально. Лунтик и Кузя прогуливаются, у них не было глаз. Да мне все равно, были ли у них глаза или они друг друга их повысасывали. Просто скажи, гусеницы живые. Пошли к пруду делать куличики. Тут не с того ни с сего. Ты можешь просто сказать, гусеницы живые, пожалуйста. Если здесь не будет этого слова, гусеницы живые, сними видео отдельно и скажи, специально для Сергиониса, специально для Сергиониса, гусеницы живые, пожалуйста. В
его задержал Лунтик и ударил его кулаком по носу. Лунтик! Мало того, что ты еще гусеницу убил, ты еще и Кузю ударил! Ну ты коварный, улетай назад на свою луну! Зачем ты вообще сюда прилетел? И четвертое видео, которое я совсем случайно нашел. Посмотрел Лунтика эпизод 666. Короче, как я понял, девочка 7935. И, короче, на вид лет 70, будет рассказывать, как она посмотрела серию эпизода 660 Лунтика. И мне стало интересно. Я и сегодня... Во-первых, я тебе не друг. Во-вторых, не сегодня. Ты уже давно сняла это видео. У меня не получилось показать вам нечто ужасное. Боже ж ты мой! Я каждый день смотрю нечто ужасное, а ты всего лишь раз в жизни. Сердце. Уснула? Эй! Это видео посвящено... Проснулась. Видео не вырубалось, и компьютер только затевал. И я подумал... Компьютер живы! Живы, пожалуйста, живы! О нет! Она тупо рассказывает о серии, которую увидела у Цапа. Боже! Я тоже хочу снять такое видео. Скорее всего, привет, ребята, чем добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергионис, и перед тем, как снять новую реакцию на потерянный дробанный эпизод, я хотел вам рассказать о том, какой я увидел дробанный потерянный дебильный эпизод. Это был эпизод... Фиксиков. Я все еще напуган, мои руки все еще дрожат, но... Я готов угомониться, успокоиться, чтобы вам рассказать об этом потерянном эпизоде. И время пришло. Эпизод начался с того, что фиксики умерли. Ну, собственно, это и весь потерянный эпизод, но как бы он и шел 2 секунды. Но я все еще напуган, понимаете? Мне все еще страшно. 2 секунды смогли меня напугать до смерти. Ужасно, жопа болит. Пожалуйста, посмотрите прошлое видео «Инспектор Школьник Моргенштерн». Оно веселое, вам понравится. Это будет лучшие 10 минут вашей жизни. Я вас умоляю, посмотрите его. А еще я вас умоляю поставить лайк и подписаться на канал. А также переходите на мой второй канал и смотрите видео там каждый день. Я вас все это очень умоляю. Можно сказать, почти на коленях. Чтобы вы понимали, потерянные эпизоды начали заканчиваться. И я выживаю как могу. Но я смогу. Я сам сделаю потерянные эпизоды, если мне будет не хватать. А теперь точно, пока!